Всем привет, друзья! Хочу поделиться радостной новостью. Наконец-то собрал велосипед, поменена вся трансмиссия. Если смотрели мои видосы, поняли, через что прошел мой велосипед. Вот также хочу показать, как выглядит Schwalbe Smart Sam 2017 года покрышка. Вот она пропитанная силикончиком. Буду пробовать. Тут такая вот плотный протектор посередине для наката 26 на 2,25. Вот система AXF Low-Tech 2, новая рулевая колонка на промах фирма Delt. Также я хочу поделиться своим маленьким ноу-хау — handmade колпачок для шатуна. Вот он, сделанный из заглушки для грипсы. Подошел почти идеально. Вот, сейчас вам покажу. Нашел такой колпачок. Ой, резиночка подошла по диаметру. Берете заглушку от грипсы, нанизываете на нее резиночку и затыкаете ваше отверстие. Вот. Ну, продаются такие колпачки на AliExpress фирменные. Ссылочку кину в описании. Стоит, по-моему, около $5, если я не ошибаюсь. Ну, посмотрим, может, дешевле. Сейчас цены не знаю. Ну, дорогого, это как по мне. Мне понравилось, как я сделал просто черный цвет. Без всяких эмблемок. Вот. Мой байк в сборе. Теперь будем испытывать. Ожидайте новое видео. По личным ощущениям, про покрышки, про трансмиссию и так далее. Все. Всем пока. Хорошего настроения. Катаемся дальше.